корта на корт. На награждение теннисистка прибыла после собственной тренировки, ведь уже в январе стартует очередной сезон. А этот турнир Елены Весниной в Сочи проводится только второй раз, но обещает стать уже традицией. В этом году в нем приняли участие 150 юных спортсменов. Возраст от 14 лет и младше. Участники съехались практически со всей России. Победа в нем позволяет набрать очки и попасть на другие рейтинговые соревнования. Елена Веснина, как патриот своей страны, края, города, с большой отдачей и желанием старается поддержать ребят. Кстати, не только морально, но и именными спортивными подарками. Я чувствую безумное счастье и такую благодарность, наверное, за все, что происходит сейчас, потому что видеть детские улыбки, видеть детские счастливые улыбки, это бесценно. И я очень рада, что у нас получилось собраться в очередной раз всем вместе. И прошел турнир. Хотела бы поздравить всех победителей и призеров еще раз, пожелать всем удачи, побед прежде всего и веры в себя. Мастер-классы Елена проводит регулярно. Среди желающих поиграть с чемпионкой есть и самые маленькие. Те, кто совсем недавно только сделал первые шаги и кажется сразу с ракеткой в руках. Их Елена учит обязательно во всем быть профессионалами. Нужно быть в первую очередь профессионалом. Если хочешь добиться каких-то результатов в спорте, неважно даже не в спорте, нужно быть профессионалом своего дела. Нужно отдаваться этому делу полностью. Не нужно себя жалеть и не нужно бояться сделать ошибок. Этому ее саму научил и до сих пор учит папа, а по совместительству и тренер теннисистки Сергей Веснин. Самое главное, это не только у меня, но я считаю, многие тренеры это знают, самое главное – жить в ребенке любовь к спорту. Если он это дело будет любить, он вынесет все эти нагрузки, вынесет и поражения, и многие трудности, которые связаны со спортом. Но если в нем есть любовь к спорту, он это все может победить и пройти. У Лены настоящая любовь к спорту проявилась только лет в 14, говорит Сергей Веснин. Тогда у нее появились первые серьезные результаты. А сегодня она сама стала примером для подражания для сотни юных теннисистов. Возможно, среди них будущие чемпионы. Ведь курорт уже вырастил много обладателей самых престижных наград. В их числе как сама Елена Веснина, так и Евгений Кафельников и Мария Шарапова. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.